спасибо Андрею Лысенко и его подписчикам за оказанную помощь мне и моему ребенку. Большое спасибо Андрею Лысенко и его подписчикам за оказанную нам помощь. Вот, мы получили. Вот такой мы сюрприз обнаружили в вот таких вот памперсах. Неожиданно, но очень приятно было. Вещи также. Спасибо вам большое за теплоту, что в нелегкий час согрели наш своим теплом. Мы выражаем благодарность Андрею Лысенко за помощь свечи, что нам дали свечи. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. В связи с участившимися обстрелами наш поселок в очередной раз обесточен. На поселке проживает большое количество людей, которым экстренная связь просто необходима. Бабушки в возрасте вызвать скорую с разрядившимся телефоном невозможно. Поэтому мы, жители поселка Веселая, благодарим Андрея Лысенко за предоставленную возможность, за предоставленное топливо для генератора от лица всех жителей Веселого. Всех неравнодушных людей с огромнейшей благодарностью. Дай Бог всем мира и добра. Подожди, ты сказала топливо, генератор не сказал. Ну ладно, ну, его видно, ой, боже. Тихо, записывается. Вот ну, видите, у него показывают. Большая благодарность Андрею Лысенко и его подписчикам за предоставленную нам гуманитарную помощь в виде бензина и свеч. Большое им спасибо.